когда бываю на профессиональных выставках питомника водов, обязательно захожу на стенд «Ёлы-палы». «Ёлы-палы». Вот маркетолог. Алина. Алина. Сейчас нам коротенько-коротенько расскажет, чем они гордятся. Ура! Питомник «Ёлы-палы». Начнем с самого начала нашего стенда и про все расскажем. Здесь у нас гортензия Summer Snow, шикарная гортензия собственного производства, вся стандартная по высоте с правильной формировкой. Посмотрите, здесь структура полностью правильная. Мы каждое растение, каждый год делаем формирующую обрезку на две почки, на три режем. Сделаем идеальный, хороший скелет растения, который потом в будущем будет держать вес взрослого куста и никогда не развалится. То есть в питомнике уже закладывается правильный скелет каждой гортензии. Это сорт Summer Snow, это сорт Pinky Promise. Это любимая гортензия нашего главного агронома питомника «Ёлы-палы» Ольги Валерьевны. Дальше у нас Туи Сморагд шикарного качества. Полностью контейнерное производство. Эта туя проходит ежегодно две формирующие стрижки после каждого прироста. Поэтому она такая у нас набитая, плотная и ровная, шикарного качества. Да. Так, дальше, например, розы. Розы контейнерного производства мы продаем в крупном контейнере. Это розы Hotline. Посмотрите, какой у нее здоровый лист, даже сейчас осенью, никакой мучнистой росы, это здоровый лист, прекрасное здоровое растение, которое сразу украсит сад. Дальше пошли. Одно из новых направлений у нас это сирени, производство сирени в контейнере. Давайте к ним поближе подойдем. От творческой группы «Русская сирень» это русская селекция, мы являемся официальными поставщиками этой сирени. Данная сирень это маршал Соколовский. Посмотрите, какая она правильно тоже сформированная. Сирень с маленького возраста формировать довольно-таки трудно, не все с этим справляются, но у нас это получилось. Посмотрите, какая классная формировка сирени. Вот. Это сорт маршал Соколовский. Здесь сорт у нас Катюша. Сейчас достану, смотрите, например. Ой, идеальная формировка, идеальное растение, просто жирненькое, все мощное, здоровое и классное. Сирень Катюша от русской сирени. Дальше. Здесь у нас сорт Академик Курчатов и сирень Оля. Можно сказать, практически в честь нашего агронома, ее тоже зовут Оля. Пройдем дальше, посмотрим наши шикарные растения в комах. Например, ель Изоли фастигиата. Это шикарная голубая ель с узкоконической формой кроны, которая не займет много места в вашем саду. А также у нас в наличии большое количество и отличное качество ели Глаука глобоза. Да, посмотрите, какие-то ровные набитые подушки голубой ели. Они просто шикарно будут солировать в саду. Штамбовые розы. Штамбовые розы просто шикарные. Они просто настоящее розовое дерево. Они тоже делают яркий акцент для сада и выглядят просто волшебно. Также гортензии в крупном контейнере. Метельчатые, древовидные. Это гортензия Руби Аннабель. Очень яркая, классная гортензия, это супер крутой сорт, устойчивый, хорошо держит форму куста, то есть посмотрите, сколько веток, сколько соцветий, но она не разваливается и держит форму. Классный сорт. Ели контейнерного производства, это ель Сизая Нана, тоже классный сорт. Здесь у нас летняя зона, это бассейн. И крупнолистные гортензии Endless Summer. Это гортензии, которые цветут все лето и даже всю осень, как вы посмотрите. Давайте покажем. Вот. Гортензия – это
контейнер C7,5 на минуточку. То есть посмотрите, какое огромное, шикарное взрослое растение в семерке, цветущее и красивое. Так, сейчас обратно поставим. Еще на этой выставке очень удивительно, но все спрашивают вот об этом растении. Это крушина ломкая, называется Fine Line сорт. Очень странно, что мало кто знает об этом растении и не использует его в садовых центрах и своих проектах. Оно напоминает пальму. И в нашей, например, средней полосе это просто привет с юга. Сосны контейнерного производства. Например, шикарный сорт Winter Gold. Это зимнее золото. Она летом полностью зеленая, а к осени приобретает вот такой золотистый оттенок, который просто невероятно ярко контрастирует, например, у нас на стенде с розами Ани Дюпре. Желтые розы, крупный контейнер и, смотрите, здоровый лист. Без какой-либо мучнистой росы и других заболеваний, это просто шикарный сорт, очень устойчивый. Ёлы-палы!